Всем огромный-огромный привет! Сегодня будет на завтрак очень вкусный рецепт из кабачка. Сегодня будут мини-кабачковые пиццы. Я вам все покажу и расскажу, что нам понадобится для этих мини-пицц. Конечно же, кабачок. Вот такой у меня один. Старайтесь взять такой большой, побольше в диаметре. Толстый кабачок. Помидор, сыр, одно яйцо, чеснок, мука, соль, перец по вкусу и совсем немного майонеза, буквально 2 столовые ложки. Давайте вначале я натру чеснок в майонез, чтобы наша заправка чуть-чуть пропиталась чесноком. Натираю чеснок на мелкую терку. Вот так. Все перемешиваю и отставляю наш соус настаиваться. И пока займемся кабачком. Майонез пропитается чесноком, будет очень-очень вкусно. Кабачок надо порезать пластинками, да, кружочками, примерно где-то по 1 сантиметру. Кабачок нарезала вот такими кружочками. Теперь его надо чуть-чуть отбить, прям совсем немного, чтобы кляр лучше приставал к нашему кабачку. Отбиваю так все кабачки с двух сторон. Отбитые кабачки хорошо солю со всех сторон. Так. И вот тут. И посыпаю черным молотым перцем. Также со всех сторон. Добавляю 1 чайную ложку яблочного уксуса и оставляю кабачки минут на 20, чтобы они промариновались. Вот буквально вот так надо сбрызнуть каждый кабачок. Теперь займемся нашим кляром. Добавляю в яйцо немножко черного молотого перца. Можно добавить любые травки по вкусу. Все перемешиваю. А помидор нарезаю мелким-мелким кубиком. Наливаю в сковородку разогреваться масло. Кабачки постояли у меня 20 минут. Они промариновались. Теперь я их буду обмакивать в муке, для чего я чуть-чуть прям отбивала кабачок. Посмотрите, мука очень хорошо пристает к кабачку, когда немножко его отобьете. Поэтому попробуйте сделать так. Теперь в яйцо, опять в муку и на сковородку. Так поступаю со всеми-всеми кабачками. Я кабачки уже перевернула на другую сторону. Маринованные таким образом кабачки жарятся очень-очень быстро. Буквально за считанные минуты. Жарю на другой стороне практически до полной готовности. Кабачки уже полностью готовы. Переворачиваю их еще раз. Они уже мягкие-мягкие. Смазываю каждый кабачок соусом из майонеза и чеснока. Вот так. Сверху каждый кабачок кладу резанные помидоры. Вот так. Можно положить просто кругляшок из помидора, но так как это у нас мини-пицца, я все же помидор решила так красиво порезать. Выкладываю так на каждый кабачок. Все посыпаю тертым сыром. Вот так вот на каждую кабачковую пиццу, мини-пиццу кладем сыр. Сыра кладите побольше, это очень-очень вкусно. Присыпаю все по вкусу итальянскими травами. Можно добавить французские травы или просто базилик или орегано. Что вам больше нравится? Можно добавить майоран. Майоран тоже идет очень хорошо с овощами.
Вот так просто сверху. Накрываю крышкой и оставляю до расплавления сыра. Ну и вот такие вкусные мини-пиццы из кабачка у меня получились. Они получились не только вкусные, но и полезные. А запах стоит на всю кухню. Кстати, такие мини-пиццы можно смазать не только майонезом. Кто противник майонеза, может сделать соус со сметаной. Будет тоже очень-очень вкусно. Я уже так пробовала. Вот такая красота. Кому понравился мой рецепт, обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые очень вкусные видео. Также заходите в мою группу ВКонтакте. Я вас всех там очень жду. Буду всем вам очень рада. И подписывайтесь на мой второй канал. Будут тоже очень много интересных видео. Всем огромное спасибо. До свидания и пока.